В 2022 году в рамках программы «Нурлы жер» из республиканского бюджета был выделен кредит в размере 99 миллионов тенге на капитальный ремонт жилого дома по адресу Энергетиктер 69. Работы, как и планировалось, начнутся в конце июля. Об этом на брифинге сообщил главный специалист отдела жилищной инспекции. По состоянию на июль месяц, на 19 июля, заключен уже кредитный договор и заключены договора с самими собственниками квартир на выполнение работ по капитальному ремонту. Заключены договора также с представителями авторского и технического надзора, с субподрядчиком, который будет выполнять работы по капитальному ремонту. И также генеральным подрядчиком ТО «Офис Сервис» направлен запрос в архитектурно-строительный контроль на получение разрешения для начала строительных работ. Также в текущем году за счет возвратных средств проведена замена лифта по адресу Машхур Жусупа 64Б и 58/1 по этой же улице. Это полная модернизация лифта и оборудования. Многоквартирные жилые дома Машхур Жусупа 64Б, второй подъезд, и Машхур Жусупа 58, подъезд третий, на общую сумму 23 101 тысячи тенге. Отделом жилищной инспекции разработана бюджетная заявка на общую сумму 389 миллионов тенге на капитальный ремонт 8 многоквартирных домов. Туда вошли Кеншелер 121, Королева 70, Королева 76А, 76Б, Машхуржусуб 38А, Машхуржусуб 40, Пшембаева 14, а также Энергетиктер 105. Данная бюджетная заявка прошла комиссию в Комитете по делам строительства 10 февраля этого года. Бюджетная заявка получила положительное одобрение, и средства, ожидаемый план выполнения и срок выполнения в 2023 году. Дополнительно разработана проектно-сметная документация капитального ремонта 4 домов на сумму 331,5 миллион тенге. Для капитального ремонта многоквартирных жилых домов Кушербаева 40А, Энергетиктер 40А, Ауэзова 28, Ауэзова 165 и Ауэзова 165А. В принципе, это все, что касается капитального ремонта МЖД на 2022 год и планы на 2023.